Здравствуйте, студия! Сегодня для пользователей популярного сервиса Instagram открывается возможность принять участие в выставке. Такой простой сервис позволяет загрузить моментально любую фотографию, чтобы ее увидели ваши друзья. Несколько работ, как вы видите, тематических про Одессу представлены на выставке. Много участников, а подробнее нам расскажет организатор выставки Вера Гузова. Здравствуйте, Новая Одесса. Мы сегодня, Одесская Сушка пригласила людей, которые живут в Одессе, любят наш город фотографировать, в том числе на телефон, принести фотографии свои, распечатанные на бумаге. Это основная суть, что люди свой, в общем-то, продукт, да, печатают и приносят, и готовы им поделиться. То есть сегодня, если я принесла 5 своих фотографий, то могу забрать с собой 5 чужих фотографий на память об Одессе, о Сушке и, в общем-то, об этом мероприятии, которое мы сегодня провели. Несколько фотографий для себя выбрали уже и мы. Именно с ними мы отправимся назад в съемочную студию.